Ха, йо, братишки и сестронки, с вами Сахарок, и сегодня у нас очередной анбоксинг, но уже не мышки и не клавиатуры, а целого набора от Vakos. То есть я купил этот набор только ради клавиатуры, потому что посмотрите, какая она маленькая, по сравнению сейчас вам покажу с этой бандурой. Вот, посмотрите просто. Только просто она маленькая, и плюс где-то вот такую вот часть занимает мышка, здесь еще будет мышка, мышкой будет, и еще где-то вот такой вот маленький коврик, думаю, но коврик ему я оставлю вот этот, так что давайте, думаю, распаковывать, сейчас заценим, давайте распаковывать, видите, я не знаю, где тут распаковывать, здесь, наверное, нет, здесь заклеено, нет, не заклеено, а, вот, для баранов же есть. Вот, короче, где-то, вот, да. Так, значит, буду снимать я немножко так, это как бы блок, вообще, типа, внезапно у меня это появилась идея, я просто сейчас сестру завел в школу, а мне немного позднее надо в школу, и я зашел себе, насобирал, купил себе вот этот вот наборчик, вот, открываем, значит, коврик нам сейчас не нужен, где-то там пусть лежит. Значит, смотрим, как у нас все выглядит. Вот здесь, я так понял, клавиатура. А вот уже сама мышка. Давайте оценим мышку. Значит, смотрим. Ну, выглядит она четко. Только, типа, я не знаю, будет ли проваливаться здесь палец во время прокрутки колесика. Это мы сейчас проверим. Сейчас я его подключу и посмотрим CPS. И посмотрим, как она подсвечается вообще. И вообще ее оценим. Значит, вот я уже подключил. Светится она... Ну, в принципе, прикольно, но мне кажется, что она немножко лучше. Лично мне это нравится, что она как бы переливается вот так медленно, вы видите? А вот эта вот, она мигает. Ну, разницы, в принципе, в подсветке нету. Она что, на руку влияет? Почему? Ну, смотрите, я только прикасаюсь рукой, сразу же цвет меняется. Значит, вот я уже зашел на мир. Давайте сейчас прочекаем левую кнопку мыши, сколько будет CPS. То есть, эта мышка где-то за наполовину цены этой вот кликает так же самое. Даже отчасти лучше. Ну, давайте вот сейчас вам покажу. То есть, если я вот подключу эту, смотрите, если вы будете слышать этот звук кликания, вот я кликаю с такой же самой скоростью, и набивает 10-9 CPS. А если я включу вот эту уже в новую мышку сейчас, с такой же самой скоростью я буду набивать 11, 13, 12. То есть, не знаю, может из-за того, что она новая. Давайте теперь перейдем к клавиатуре. Так, вот, значит, будем сейчас клаву вот эту вот открывать. Значит, вот уже проводок я вижу. Капец, она красивая! Мне очень нравится, что она белая. И маленькая, посмотрите. Вот это вот, капец, это как бы здесь до пробела просто. Значит, давайте как-то ее одной рукой. А, здесь легко. Вот она, в принципе, наша клавиатура. Черт, посмотрите, вот, посмотрите, сколько она маленькая. Блин, это очень удобно. Написано, конечно, что здесь механическая. Вот. Но она нифига не механическая. То есть кликает она по сути так же само. Но только послушайте, здесь пробел просто. И здесь пробел. Ну, разница есть огромная. Теперь давайте подключать эту, уберем. Ребятки, посмотрите, насколько она маленькая. То есть вы видели, что та клавиатура у меня здесь аж немножко вот так свисала. А вот эта вот, боже, она мне очень нравится. И, кстати, еще один огромный плюс за вот эти вот ножки. Посмотрите, какие они жирные. И как, прям видно, что они прочные и не сломаются. Потому что, например, вот этой клавиатуры у меня уже одно сломалось. То есть я играл, да. Но смотрите, оно какое-то хрупенькое, только раз, и можно пальцем просто сломать. И одно из них у меня сломалось. А здесь такого, я думаю, не будет. Но у этой клавиатуры есть один свой минус, то есть, что она очень легко по столе вот так вот ездит. То есть, смотрите, вот так вот легко, очень легко.
А, я еще забыл показать вам. Вот здесь врубается уже у нас подсветочка. То есть здесь она не переливается, так как у той есть такой режим, как бы что свет пропадает и появляется, пропадает и появляется. Здесь даже FN нет. Здесь только Alt. Видите, просто нет. Но, как бы, предыдущие проблемы, что он очень ездит. Есть у меня одно решение. Берем просто двухсторонний скотч и приклеим вот на эти места. И, кстати, они даже не прорезиненные, а просто пластмассовые. Значит, теперь нам нужно поставить как бы так, чтобы мне было удобно. Ну вот где-то примерно вот так вот. И все. И то есть все стоит. Все, теперь она уже не шатается. Значит, теперь нам нужно еще коврик, значит, посмотреть. Вот, значит, коврик. Ладно, ребятки, за коврик я немножко ошибся. Он очень огромный. Ну, ладно, давайте вот посмотрим сейчас. Вот он как пластмассовый, вот, типа мягкий, но как пластмассовый. А этот прям, как, не знаю, как это объяснить просто. Здесь прорезиненное. И посмотрите, какой огромный просто, ребятки. Ну вот, вот за коврик это огромнейший плюс. Значит, я думаю, что старую мышку вот эту вот я не буду прятать нигде, ни в коробку, ни в что. Просто где-то ее положу на полочку, чтобы, если что, играть, потому что она тоже топ. А клавиатуру старую я запакую назад в ту коробочку, что еще когда я покупал. И может в будущем продам. Просто я могу тебе продать комплект вот от клава от GameZone. Вот от GameZone, Tracer. И также у меня есть еще вот такая вот мышка. Здесь, кстати, она уже запакована. Это с прошлого, помните, я говорю, что это говно с Ашана, это так и есть. Потому что здесь кнопочка очень маленькая, то есть я не могу Battlefield тикать. Так что я в этот наборчик, может, продам. Это золото просто я оставлю себе. Все, вот я уже ее запаковал. В принципе, можно себе там на полочку поставить, чтобы было красиво.